По миллиону тенге получили 100 семей Ауликольского и Карасусского районов, чьи дома полностью сгорели из-за крупного пожара. Финансовую помощь оказали в рамках проекта «Карта помощи». Его реализует один из частных фондов совместно с обществом «Красного полумесяца» Казахстана. Деньги позволят пострадавшим покрыть расходы на товары первой необходимости, пока идет строительство новых домов. Этот же частный фонд выделил 1 миллиард тенге на создание инсультного центра при Ауликольской районной больнице.